Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и со мной сегодня Рита, поздоровайся. Привет всем. Ребят, сегодня у нас с Ритой будет битва кейсов на Next RP. Ребят, я знаю, что вы давненько этого ждали, и вот наконец-то мы снова здесь, снова собрались вместе с Ритой, чтобы провести по-настоящему жесткую битву на 30 тысяч рублей. На целых 30 тысяч, это, ребята, означает, что прямо сейчас мы с тобой будем тратить по 15 тысяч рублей каждый на кейсы. И, ребят, у нас сегодня новые кейсы завезли, потому что на Next'е вышло обновление. Обновление, в котором нас добавили два новеньких кейса. Это, получается, у нас кейс магический и кейс советский. Также у нас есть с тобой скидка 30% на кейсы, поэтому, короче, ребят, будет интересно. Ставьте лайки, собираем 5000 лайков и выходит новенькая серия по кейсам, ребят, да? Я думаю, что мы так и сделаем с тобой, да? Да. Да, сделаем так. Ну что же, я думаю, давай тогда ты хватай мышку, ты все умеешь, ты все уже знаешь, ты все уже пробовала и делала, поэтому ты начинаешь открывать кейсы на 15 тысяч рублей. Просто выбирай любые, открывай как хочешь, просто главное делай все красиво. Ну что же, ты решила прямо начать с магического кейса. Да. И ты сколько хочешь купить кейсов? На 4000, да, покупай их, купи со скидкой, и либо ты быстро их открываешь, либо обычно, как ты хочешь. Обычно. Давай, ты открывай. Ребята, поехали. Ну что же, ребят, напоминаю, 5000 лайков, выходит новенькая серия по битве кейсов вместе с Ритой. Потому что я знаю, что вам нравятся видосы по такой тематике, по такой рубрике, где мы вместе с Ритой крутим кейсы и смотрим, кто же в итоге заработает больше. У тебя сразу, ну, почти тачка выпала тебе. Прем-аккаунт. Неплохо. Каро, ну это прем-аккаунт. А сейчас, получается, у нас есть 55 мультов, мы запоминаем, сколько у нас было, и посмотрим, сколько будет потом на финиш у нас с тобой, поэтому открываем дальше, ребят. Да, пока в комментариях помогите посчитать, кто из нас сегодня заработает денег больше. То есть у нас сейчас есть 55 мультов, вы складываете все доходы, которые заработают Риты, которые заработаю я, и потом как бы посчитать, кто в итоге заработает больше. Танец, а мне на деньги, если можно, да, 290 тысяч рублей у тебя уже есть. Ну что же, надеемся на самом деле на машину сегодня, да, какие-нибудь прикольные тачки, было бы прикольно выбить там хотя бы Широн Бугатти, конечно, очень было бы круто, но посмотрим. Вот, ты как думаешь? Я сильно закрыл. О, вот он был, кстати. Ну да, конечно, конечно. Конечно, да, опять тебе прям аккаунт. Ладненько, крути дальше кейс, у тебя еще куплено 4 кейса, получается. Это какой у нас кейс, как он называется? Магический? Магический кейс. Уже ты открыл, получается, 3 кейса, да? Да, это ты открыла, 4. Это 4 уже ты открываешь. Окей, пролетела куча машин и 550 тысяч рублей ты зарабатываешь. Ну, кстати говоря, пока действуют скидки. Я быстро. Давай быстро. Да ну! Да ладно! Ты чё? Да ну! Это я. Ты прикалываешься? Нет. Не, это очень круто, потому что аккаунт-то мой как бы, да? Но просто... Да ну! Давай еще раз. Давай. 3 дня према и... А, скин дьявол. Ну, знаешь что? Широн это уже окуп. Даже не парься, короче, уже. Ладненько. Получается, у тебя еще есть сколько там? Ты потратила 4000, у тебя еще есть много. 11 тысяч, короче. Выбирай, какие ты хочешь кейсы открыть. Что тут нового? Я вот этот... Научный кейс, да? Ну, давай, хочешь опа, открывай. А, давай сегодня будем открывать кейсы со скидкой, потому что они прям, ну, вообще хорошие такие, смотрю, вот что да. Да, да, да. Короче, на самом деле, чтобы вы поняли... Шрон, как бы это прикольно, но мне нужно постараться выбить тачку подороже сегодня. Это очень тяжело. Здесь, кстати, прикольно, много машин реально дорогих есть. Давай. Сколько хочешь купить? Давай. Да, побольше можешь, прям сразу, чтобы так. 4200. 4200, хорошо. Ладненько, покупай. Покупай и... Как ты хочешь, по-обычному, да, сначала? Да. Ну давай, блин, конечно, я такой думаю, вот там тачки, не тачки, там сейчас какая-нибудь, думаю, там Митсубиши упадет. На тебе сразу, Широн. Широн, Широн, да. Так, короче, ладненько, крутим, сколько тачек пролетает, тебе выпадает, что, рация? Радиостанция, ладненько. А, кстати, пока действуют скидки, очень прикольно то, что здесь на самом деле уйти в минус сложно. Потому что даже аксессуары, которые выпадают, даже их можно обменять. Некоторые там даже в плюс можно обменять. Это прикольно. Тем более скины с
скины тем более, короче. Где машина? И тебе подать винил. Винил. Ну, забирай винил. Это винил, приклеенную любую машину. Нажимай забрать на Шарон. Ну, окей, хорошо. Ладненько, открывай дайш. Ты, получается, открывал научные. Заходи в научные и открывай дайш, которые у тебя были куплены уже. А, хочешь так же, да, по-обычному крутить, да, пока? Или быстро хочешь? Пока так, да. Ладненько, ребят, но на самом деле, блин, мне будет очень тяжело заработать сегодня какие-то вот тачки, потому что Шарон выпадает раз в год, на самом деле. 5 мультов, да ну, вот это хорошо, вот это очень хорошо. Чтобы ты поняла, ты сейчас купила одним кейсом, ну, 5000 вложенных. Хочешь открыть парочку быстро? Давай. Скин инопронишелец. Инопронишелец. Так, еще два ты открываешь. Кибер Лайф тоже куда-нибудь приклеена, любую тачку куда-нибудь. Хорошо, у тебя еще один, получается, купленный есть. Ты открываешь тоже. Тесла Модель С. Охренеть, дроп сегодня-то на самом деле. Я просто в шоке на самом деле. Забираю. Ну, конечно, забираешь. Итак, у тебя сейчас получается сколько? 7000? 7000 у тебя есть? Что ты хочешь еще открыть? Выбирай что-нибудь. Что-нибудь хорошенькое. Что там, Лада? Здесь Volvo. И здесь парочку машин из этого, получается, из бригады. Буханка. Короче, не хочешь, я тоже думаю. Такое себе. Так, что еще здесь? Да какой-нибудь вон. Вот, здесь есть твой Porsche любимый, кстати говоря. Ты же любишь Porsche. Так, ну что, покупаешь такой кейс тогда, да? Давай. На 7000 или как? Нет. Нет? Сколько хочешь купить? Давай на... На сколько? На 4. На 4 тысячи. Хорошо, покупай. 10 кейсов. Охренеть. У тебя еще, получается, будет сколько там? 15? У тебя еще будет потом 3 тысячи. Короче, крутим кейсы, ребята. И смотрим, надеемся и верим в то, что повезет потом и мне. Потому что у тебя уже есть и Тесла есть, и Шерон, который выпадает раз в год. Ну это просто жесть, реально. Я такого не... Я думал, сейчас Porsche выпадет. Я уже тоже. Аж что-то это немножко меня прихватило. Ну что же, ладно, у тебя еще есть купленных 9 кейсов. Это на самом деле дофига просто. Но я так понял, что пока самый прикольный, это, скорее всего, магический был кейс. Тот самый, который вот... Или как он называется? Магический. Магический, да? Он пока самый прикольный был. Так, танец тоже мне на деньги. Но по деньгам там, я так понимаю, было у нас 55 мультов там. Ну, то есть 54 960 вроде бы там, короче, без копеек. Поэтому 55 было, и там уже сколько у нас там? Не видишь справа там, сколько у нас денег сверху? 63. То есть по деньгам ты уже офигеть сколько заработала. То есть почти 10 мультов ты по деньгам только заработала. Причем, что по 15 тысяч мы на каждого как бы, да, выделяем. И ты уже Теслу выбила, и Шерон ты выбила, и еще почти 10 мультов ты заработала. Чё-то жестко, ребят, я как бы такого это не ожидал, мягко говоря. Ладненько, посмотрим, что будет у меня в дропе. Это какой-то чувак, джентльмен. Так, ребятки, короче, у нас села камера, поэтому мы камеру переключили на другую, на вебку. Поэтому, надеюсь, та запись не крашнулась, и вы все увидите, что было там, реакции, эмоции и так далее. У тебя еще есть кейсы, да, ты их крутишь дальше. Ладненько, посмотрим, что будет. Но пока жестко. Пока жестко, потому что я просто, понимаете? То есть, чтобы мне сейчас с тобой сравняться по деньгам, нужно, короче, тоже Шерон выбивать. Как это сделать, учитывая то, что он выпадает раз в год? Тем более, что аккаунт и так мой, как бы, то есть, и два раза на один аккаунт. Ну ладно, короче, крути, не думай ни о чем, хочешь быстро пооткрывать? О, рок-гитара, прикольно. Так, что еще? Сальто вперед. Скучный. О, Форд Раптор, скучный, говорит, что-то скучный, говорит, и на тебе, Форд Раптор. Офигеть. Забираю. Ну, забираешь, конечно, как бы, Форд Раптор-то это... Рок-гитара и 500 тысяч у тебя еще. Понятненько. Итак, у тебя еще сейчас 3000 рублей, поэтому выбирай. Выбирай, крути, но я даже не представляю, что может выпасть еще. Как бы по количеству машин, в принципе, немного. То есть это Раптор, да, это Шерон, это Тесла. Но по качеству это очень круто. Ты хочешь серебряный кейс? Он такой, типа, да ну его, забей. Не-не, забей на него, он неинтересный. Так, а, тут больше... а вот и крути какие-нибудь самые такие вот крутые. Роскошные. А из него тебе что, Шерон выпал, да? Mm-hmm. Ну это жесть. Из него, да, именно из него. Блин, ребят, это, конечно, сильно. У тебя 3000 всего есть? Ты на 3300, не-не, давай меняй. Вот так вот, да. И еще потом на 300 что-нибудь купишь. Короче, 5 кейсов. Как ты открываешь их? Обычно или быстро? Сначала обычно. Давай, крути. А что тут делает ведьмак? Ведьмак что-то делает, не знаю.
Кстати, прикольно было бы скин Ведьмака выбить себе. Так, чисто в коллекцию побегать потом. Ну что же, я не знаю, что может выпасть тебе еще сегодня. Кроме Мерседеса, который почти выпал, жетон. Окей. И у тебя еще и 4 кейса купленных. Короче, крути. Но, блин, ребят, мне нужно очень как-то постараться. Сколько стоит урон, ребят? Я что-то не помню. Вроде бы он около 20-30 мультов стоит, да? В комментариях пока помогите разобраться. Я точно не знаю. Ты точно не знаешь. Но он однозначно окупает все. В принципе, он окупает, наверное, все сегодняшние вложения. Ты одна купила все сегодняшние вложения. Даже я еще ничего не открывал, ты уже окупила все, что можно было. Поэтому жестко. Ну что же, смотрим пока. Надеемся и верим, что мне сейчас повезет. И очень тебе повезет. Потом и мне повезет. Ну нормально, меняй тоже на деньги его. Шлем с рогами. Ну что же. О, Геральт, нормально, хорошо, еще один кейс у тебя есть, открывай, и 3 дня према. Итак, у тебя еще есть 300 рублей, можешь открыть любой кейс на 300 рублей, хоть тебе будешь понравиться. На какой-нибудь, ну, на сверху будет за 300 самый верхний, открой его и все. Он такой, земля или воздух, какой тебе больше нравится? Воздух, давай, открывай его. И, ребята, это будет последний кейс. Ну и что, прикольно. Все, открывай. Потому что обычно, давай. Ну что же, короче, последний кейс ты открываешь, и у тебя получается сегодня 3 тачки. Это Тесла, это Широн, это Форд Раптор. 3 тачки очень крутые. То есть, если там было бы 10, предположим, Митсубиши, там, ну, типа, такое. А здесь как бы реально очень дорого и круто, ясненько. Меня тоже на 100 тысяч. Короче, по деньгам ты заработал, давай посмотрим сколько. Так, теперь я беру мышку. Ты заработала почти 11 миллионов, чисто по деньгам, понимаете? Время, ребята, мне пооткрывать кейсы, да, поэтому посмотрим. Я хочу кейс научный открыть. Сразу же, я думаю, куплю их 3. И открою первый быстро. Такое себе. Ладно, тогда остальные мы открываем по-обычному, ребята. Ну что же, я сегодня хочу чисто вот постараться, понадеяться, поверить в то, что мне повезет. Потому что, ребят, ну это как, скажи мне, это возможно, чтобы тебе так повезло? Просто тебе, ну столько машин, ну только вот выпал в итоге Ford Focus. Там столько было машин, а, и выпал в итоге Ford Focus, блин. Тоже неплохо по количеству тачек, но по качеству там была Тесла, которая, в принципе, мы бы с тобой хотя бы по Теслам бы сравнялись, уже было бы неплохо. Давай, рулеточка, пожалуйста, выдай что-нибудь, выдай. Ой-ой-ой, Сиан, да ну, пролетел. Давайте мы откроем, наверное, магический кейс. Я хочу 3 открыть. Опять открываем, давайте их 3 откроем быстро. Да ну! Просто ты понимаешь, что мне вообще ничего. Ой, ладно. Ты король. Ну, у меня прям аккаунт, да. В итоге я слил уже, получается, 3000, да, если не ошибаюсь. 5000 я слил уже. Понимаете, у меня всего одна машина, это такая себе машина. Как мне быть? На, пролетает Широн, конечно. Так, ясненько. Блин, ну, я, понимаете, я вам, ну, скажу по опыту. То, что выбить, получается, 2 Широна за видос, за один, ну просто нереально. Я такого в жизни не видел у себя, во всяком случае. И ты выбил уже Широн сегодня, поэтому да. Ладненько, давайте откроем что-нибудь. Что еще можно открыть? Давайте ради количества откроем, например, 3 кейса советских. Быстро откроем их. Ха-ха, девятка, нормально. 40 тысяч. Понятно, лучше бы не открывал. Так, и что еще? Давайте еще откроем кейс научный, получается. Тоже 4 кейса. Поехали, открываем. Блин, такое себе. Там приехал Савелий Тихий с лопат. Видимо, кого-то будет закапывать сейчас. Так, и мы открываем 3 кейса, ребята, по-обычному. Ну давай, рулетка, хотя бы, ну вот, ламбу выдай. Пожалуйста, рулеточка, я тебя очень прошу. Я не знаю, как думаешь, мне повезет, нет вообще? Конечно. Ну, так сказала. Стой, ты прикалываешься. Это было бы очень дорого тоже. Это было бы тоже очень дорого, вы понимаете? Да блин, ну рулетка, ну пожалуйста. Я прям что-то нервничаю, потому что мне всего 2 машины выпало. И то из них это 1 девятка, второй Ford Focus, как бы. Ну, такое себе. Ну. Да ты... Спасибо. Приклеим на Сиан. Короче, я, ребят, не знаю, что делать, потому что просто мне пока не... У меня уже осталось 6700, и меня
нету ни одной дорогой тачки сегодня, понимаете? Ни одной дорогой тачки вообще. Как думаешь? Повезет, нет? У тебя есть одна дорогая тачка в гараже. Ну, теперь да, в гараже стоит, ждет та, которую выбила ты. А, ну, давай купим еще 3 таких кейса. И откроем их быстро. Поехали. Жетон. 5 Ford Focus. Блин. У меня осталось 4800, получается. И, ну, давайте я не... Просто остальные как бы не особо хочу дать. Ладно, кейс Крудж откроем. 3 штуки. Нет. 4 штуки откроем. И потому что, в принципе, Ford Raptor тебе же выпал отсюда, может, как бы мне повезет. Если Raptor дорогой получается, да и в принципе, а ну и Audi, еще Porsche есть. То есть, в принципе, эти машины, если выбить, это будет очень круто, понимаешь, да. Поэтому я очень надеюсь. Panamera пролетает, выпала мне шляпа. Ну, хотя, кстати говоря, почти окуп, там буквально 50 тысяч я минус ушел с этой шляпы. Ну, блин, даже у тебя и 5 мультов дропнулось. Ты там что там, подкрутила игру, а? Подкрутила игру, слышишь, сегодня? Я не понял. Panamera! Да зачем мне этот чувак сбитый? Скин, дед. Как говорил мой дед, я твой дед. Что-то вообще прям такое себе, ну, блин. Алло, рандом, пожалуйста. Я понимаю, что, видимо, все самое вкусное уже было позади. Это у тебя выпало все самое вкусное, но... Где мне-то, где мои-то тачки? Пролетает, давай. Просто ужас. Давайте давай один откроем быстро. Вот если бы я нажал, вылезло что-нибудь. Да, да, выложи, вылезло бы, да. Давайте, ладненько, у меня есть 3000, я хочу все слить на... А мне не хватит. 5 кейсов. Все. Я покупаю кейс... Все, открываю. Быстро, зачем-то кошка у меня выпала. Винил, давай на i8 приклеим. Я открываю сейчас 4 кейса. Последние кейсы, ребята, я открываю сейчас. Последние кейсы, понимаете? Еще мне один останется, видимо, кейс. Там мне сколько там, 400 рублей. Какой-нибудь открою другой рандомный, но... Ну? Хотя бы 2 мульта бы. Ну, ты хотя бы 2 мульта бы мне выдал. Ну, е-мое. Ладно, открываем сейчас 3 быстро. Короче, я закрываю глаза. Ты мне скажешь, плохо или хорошо, давай. Давай, так, где там, все. Это же маска теперь. Да ты прикалист. Ты прикалистка. Еще один открывай, так, давай. Тебе выпала Йеннифер. А, Йеннифер. Геральт, Йеннифер, вот можно устроить. Короче, я понял. У меня осталось 400 рублей. И давайте я открою, наверное, 400. Что можно открыть на 400 рублей? 490. Давайте я открою... А, Скрудж. Открою один кейс Скрудж. Все, быстро. Понятно. Короче, ребята, просто не фартануло мне сегодня. Но фартануло тебе. Теперь у меня в гараже аж... Сколько там? Шаронов. 3 шарона у меня в гараже, если не ошибаюсь. Ты окупила хотя бы кейсы, но в целом это жестко. То есть ты ушла прямо, я думаю, в большой сегодня плюс. Просто огромный. То у нас здесь по цене на Шарон. А где он? 22 500 стоит Шарон. 6 мультов стоит Тесла и Раптор полтора, а мой дроп 3 и, короче, ну, кстати говоря, стоит два раза дороже, чем твой Раптор на самом деле. Прикол, да, на самом деле, Ford Focus. Короче, по деньгам... RS, да. Ты, получается, выбила сегодня примерно 30... Сколько ты сегодня выбила? 33... Короче, около, наверное, 40 мультов ты сегодня заработала. С 15, нет, с 30, с 15, 15 тысяч. А я где-то около 6, ну, может быть, около 11 я заработал. Короче, ребят, такое себе. Я думаю, что будет лучше у меня, но в целом прикольно, потому что Шарон. Ребятки, ставьте лайки за такое видео, потому что получилось реально интересненько. Такой был дроп неординарный. Потому что получилось прикольненько, реально интересно, забавно. Потом с вас лайки, с нас новенькие видосики. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.